Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У нас очередной мукбанг с Макдональдсом. Впервые пробую вот этот вот свежевыжатый сок апельсиновый. Если честно, я не в восторге. Мягко говоря, не в восторге. Он немножко горьковатый, но в принципе такой он и должен быть. Здесь, значит, у нас наггетсы, луковые кольца. А здесь такой макнаггетс. Внутри, как я и люблю, вместо котлетки один большой наггетс, очень сытно и вкусно. И, наконец-то, я не забыла выбрать именно кисло-сладкий соус. Обожаю его, уже надоел вот этот вот сырный, который я долгое время любила. После того, как я начала покупать полноразмерки и уже пользоваться вдоволь совсем, я ем сосиски, например, опять же этот сырный соус, я кушаю, например, лапшу, там тоже этот сырный соус, в общем, мне поднадоело, если честно. Сегодня утром просыпаюсь и где-то полчаса лежу в кровати, у меня так часто бывает. Уехала мама в деревню. Точнее, она уехала буквально на 2 дня. Возможно, даже сегодня вечером приедет. Там есть вопросы с документами. Как только решит эти вопросы, сразу вернется. То есть она ненадолго. Утром встали, проводили. Мама уезжала вместе с дядей. Вот. И прям рано. Наверное, где-то в 7 они выезжали. Точнее, в 7 уже дядя был у нас. Ну да ладно. Не об этом. В 7 встал, так и не смогла уснуть. Лежала, валялась туда-сюда. Лежали мы вдвоем с Твиксом. И тут вдруг слышу какой-то грохот. Не понимаю, что это сначала, потом понимаю, что что-то разбилось. Захожу на кухню. Оказывается, бабушка разбила мой любимый бокал для мукбангов. То, что такое большое, на котором написано Пепси. И бабушка так поворачивается ко мне и говорит: это все скотина Твикс сделал. Сколько раз можно говорить, не залезай на стол? Так залез, еще взял. И нечаянно хвостом опрокинул бокал. Я такая смотрю на бабушку. И она вдруг замечает, что у меня в руках Твикс. Я пришла вместе с Твиксом. И она такая: шутка, конечно. Конечно же не Твикс, это я. Заметила, что пожилые люди со временем становятся как дети. И с ними тоже нужно обращаться как с детьми. Но мне просто настолько смешно стало. На бедного Твикса можно все что угодно навешать. Он-то бедный, без языка. Не может оправдаться. Не может сказать, что это не он. Хорошо, что у него было алиби. В момент преступления он лежал со мной. Я как бы на кухню тоже пришла с ним в руках. Чтобы он не убежал. Такая вот смешная ситуация произошла. Буквально час назад. Теперь по дому ходить только в тапочках. Не знаю, нафига я сейчас мукбанг снимаю, потому что через 2 часа должна прийти мастер по наращиванию ресниц. И мы с ней вместе будем снимать видео. Помните мукбанги с представителями разных профессий? Так вот, Сабина мастер по наращиванию ресниц. Причем очень хороший мастер.
Ни одной склейки у меня не было. Вообще глаза не покраснели после процедуры. В общем, я осталась безумно довольна ее работой. Так что вам тоже могу советовать. И как человека ее узнаете со стороны. Должно получиться интересно. А затем в среду. Ну, вам, наверное, видео выйдет в четверг где-то ориентировочно. Придет девушка. Она журналистка. Очень харизматичная такая. Яркая. Она давно у меня брала интервью, и мы с ней познакомились. Еще тогда она мне понравилась. Видно, что девушка такая, знаете, со стержнем, умная, образованная. В общем, рубрика продолжается. Я, если честно, в последнее время обленилась. Поэтому хочу поднажать. Сегодня, например, утром снимала, как я делаю макияж. Мне это, в принципе, не сложно. Там каждый день влоги снимать, как я макияж делаю. Просто поставила камеру, болтаю, что-то делаю. Вот. Месяц короткий этот, февраль. Я взяла отпуск. На неделю. Отпуск у нас оплачиваемый. Так что это хорошо, конечно. Ну, как раз-таки эту неделю я смогу сделать максимально продуктивное. Много чего заснять, потому что у меня куча идей. Давно у нас не было нашей любимой рубрики «Закупка продуктов». Я хочу себе купить пальто. Хочу купить на скидках некоторые вещи. В планах конкретно пошопиться. В общем, эта неделя будет максимально продуктивной, будет много влогов, так что ждите. А еще, кто не подписан на мой инстаграм, наверное, не знаете, давайте вам скажу. Вчера мне парень сделал сюрприз, позвонил мне днем и сказал, что вечером тебя ждет сюрприз. Я, если честно, думала, что там будут какие-то лепестки роуз, букетик и все дела. Даже не ожидала. Тут приходит он с таким заманчивым пакетом. Пакет из магазина парфюмерии и косметики. Я такая думаю, вау, ну опять понимаю. Вот смотрите, девочки, у нас был конфликт. Я ему сказала, что спрашивай меня перед тем, как что-то купить. Он опять пошел и купил, не спросив меня. Хотя у нас был из-за этого конкретный конфликт. Но я не расстроилась, потому что это было не 8 марта, не 14 февраля, не день рождения, а это был просто подарок. Просто можно дарить без спроса, но на празднике хотя бы нужно спрашивать. Но знаете, я там выделываться не стала. Обрадовалась, пополнила коллекцию свою ароматиков. Хороший аромат. Вы знаете, этот аромат я слушала в магазине. В инстаграме меня все поправляют, не послушала.
А понюхала. Нет, такие ребят, как раз таки послушала аромат. И он мне вообще не понравился, этот аромат в магазине именно. В этом магазине последний раз, когда я была, девушка такая, консультантка была неприятная, если честно. Обычно мне так нравится в Сабине консультантки, они такие милые, а это такая была, не знаю, я ей показываю тонат Никс, который я хочу купить. Я говорю, у этого тона есть самый светлый. Она берет совсем из другой серии. Серию, которую хаят все блогеры. Такую, знаете, которая выкручивается в такие капельки. Берет вот так вот и говорит, берите эту. То есть дайте я посвочу, дайте я подумаю. Я вообще спросила вас не про этот тональный. То есть немножко это странное было. Мне не нравятся консультантки, которые прям навязывают свое мнение. В таком случае мне вообще покупать не хочется. То есть, опять же, решаю я. Нет, вам подойдет этот карандаш. Нет, вам подойдет эта помада. Но не хочу я. Причем вот в Маке работают визажисты. И даже визажисты, они не навязывают тебе свое мнение. Не знаю, как у вас, но у нас работники Мака — это отдельный вид искусства. Мне нравится, как они одеваются. Мне нравится, как они выглядят необычно. Никогда не будут навязываться. Очень нравится. Как же вкусно фастфуд. Додумался это все соединить вместе и сделать бургер. Хаяла, в конце выпила до конца. Свежевыжатый сок. Там еще были молочные коктейли. Но для меня молочный коктейль — это как бы отдельно. Я не могу кушать бургер и запивать молочным коктейлем. Молочный коктейль — это чисто когда едешь в машине, заезжаешь в МакДрайв, там берешь этот молочный коктейль и попиваешь, смотря на дорогу. Я поела, ждем Сабиночку и будем снимать еще один мукбанг. Не знаю, смогу ли я там покушать. Дорогие мои, если вам не сложно, то, пожалуйста, подпишитесь на мой Инстаграм. Он выглядит вот так вот. Я снимаю классные истории. Если вам не сложно, подпишитесь. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Пока.